Тверской области стартовал театральный фестиваль «Эхо Большого детского фестиваля». Открытие праздника прошло вечером 6 сентября на сцене Тверского театра драмы музыкальным моноспектаклем Сергея Безрукова «Маленький принц». Перед началом представления с народным артистом России встретилась Наталья Чекет. «Эхо БДФ» – это специальная программа Большого детского фестиваля, где на разных площадках регионов России показывают лучшие спектакли, ставшие лауреатами фестиваля. Художественным руководителем его является народный артист России Сергей Безруков. К слову, лучшие спектакли определяет не взрослое, а детское жюри. Все то, что мы вам здесь показываем, это все определили дети. Посмотрев программу нашего «Эхо Большого детского фестиваля» здесь, в Твери, вы поймете, что интересно нашим детям на данный момент. Порой интересно то, что, допустим, интересно нам. Ну вот они вот, мы привезли вам замечательный спектакль Ивана Пащина, сочинение про Джобса. Этот спектакль дети отметили. Открытие фестиваля состоялось на сцене Тверского театра драмы со сказки «Маленький принц». История о мальчике-путешественнике, который познает мир, учится любви и дружбе. Погрузиться в мир маленького принца помогло актерское мастерство Сергея Безрукова, авторские рисунки и красочные видеоинсталляции. Самое главное то, чего ты видишь глазами. Трогательнее всего в этом спящем маленьком принце его верность цветку, образ розы, которая лучится в нем словно пламя светильника. В рамках фестиваля пройдут показы спектаклей, фильмов и мультфильмов, а также состоятся встречи с писателями, лаборатории для молодых режиссеров и мастерские для учащихся детских творческих студий. «Эхо БДФ» объединяет сразу несколько городов Тверской области. Кроме Твери, это Кимры, Вышний Волочок, Лихославль и Ржев. В целом больше 300 человек приедет на фестиваль из разных городов России. Более 2000 зрителей посетят спектакли и данные программы. Я просто уверен, что это хорошее начало к тому, чтобы Тверской регион стал фестивальной площадкой. Три эскиза спектаклей были подготовлены в рамках лаборатории для молодых режиссеров в Тверском театре кукол, один из которых театр отберет в свой репертуар и возьмет в работу. Завершится фестиваль 11 сентября на сцене Тюза спектаклем «Малыш и Карлсон».